ми вже вітаємо першу гостю у нашій студії, Анастасія Добросол. Доброго раночку. Доброго вам. Доброго ранку. Це дівчина, яка досягла чималих висот у роботі над своїм тілом. Чемпіонка України, віце-чемпіонка світу з бодібілдингу. Так, і просто красива дівчина. Так, ну, це приклад для нас пройшов, щоб от як потрібно виглядати. Ну, взагалі, не тільки для нас, а для всіх людей. Так. Так. Як потрібно було готуватися не лише до літа, а взагалі до свого життя, так би мовити. І розказуйте, як прокинулися, чи снідали бодібілдери, їдять щось чи не їдять на сніданок, саме, зокрема, важливий прийом їжі. Да, конечно, завтрак – это очень важный прием пищи, но я его практически всегда пропускаю. Вот так. Да. Ну, то есть я просто очень люблю тренироваться утром, и поэтому у меня нет времени ждать, то есть я люблю тренироваться на голодный желудок. Ну, это как бы нюанс. Так, коли починається вже перше тренування у вас? Сегодня планирую первую тренировку. Так. Так, а якщо завжди от вранці, це коли? Там о 8, о 9? Где-то 8 утра. О 8, так? Угу. Ну, в принципі, після ефіру, я так розумію, підете. Да, у мене вже рюкзак в машині. Да. А, ну, теж прекрасно. Бігаєте, крім залу, є якісь от кардіо, там, навантаження просто вулицею? Конкретно в період підготовки, то я стараюсь не бігати. То есть чаще всего бегаю просто для души. Вот когда мне захочется утром встать, вот могу там километра 8 пробежать. А в период подготовки я стараюсь беречь суставы, колени и бегаю в тренажерном зале на эллипсе. Угу. Ми вже почали так говорити про глибше. Розкажіть нам, як взагалі розпочали займатися? Ой, і ще коли в Україні був не запрещен паблік ВКонтакте, я була підписана на мільйон груп спортивні дівчата і так далі. И я всегда вдохновлялась именно красивым, спортивным женским телом. Ну, я в один день сказала, все, я хочу выглядеть так же. Пришла в спортзал и выбрала самого накачанного тренера. Ну, все, вот он меня точно научит быть спортивной. Ну, и так начался мой путь. Ну, уже где-то 4 года я занимаюсь в спортзале. Ага, 4 роки. І за ці 4 роки ви вже досягли чималих висот. Так, розкажіть, як же стали чемпіонкою України, як давно? Чемпионкой Украины я стала в прошлом году весной. То есть это был мой второй сезон. Первый сезон был не такой удачный. На чемпионате Украины я не вошла в финал. Но все равно я решила попробовать еще раз. И уже на второй сезон как бы все получилось. Вот воно. Привет. Не сдаваться, не опускать руки и то до конца. Да, да, конечно. Расскажите, я знаю, что взагалі у наших друзей, скажем так, соседей, есть такое, что про карта, так, у чемпионе. У нас взагалі в Украине есть такое? И что потрібно, чтобы отримати ее? Да, у меня есть про карта. Уже есть, так? Да, на турнире в Сербии, в Македонии я выиграла про карту. Да, то есть я имею право переходить в профессионалы. Но пока я чувствую, что я не готова. Ну, то есть я еще хочу выступить в любителях, потому что еще много непокоренных высот, допустим. На Арнольд Классике заняла 4-е место, то есть все-таки хочется улучшить результат. Ну и также на мире я стала вице-чемпионкой, ну, конечно, хочется стать чемпионкой мира. И даже еще я не успела выступить на чемпионате Европы, вообще не выступала. Поэтому еще, ну, как бы очень много целей есть в любительском дивизионе. Є куди рости. Да, да. Так. А щодо от харчування, я ще перед цим запитала, якусь дієту для себе створили, сформували, чи харчуєтеся, в принципі, відпрацьовуєте, як багато хто каже у залі. Можна з'їсти бігмак, але я потім відпрацюю. Так, і ще важливо взагалі підраховувати калорії, чи можливо так на око, так от, ну, порції маленькі, чи потрібно все-таки підраховувати? К сожалению или к счастью, в моем спорте не бывает такого, что ты сел и отработал. То есть, если это подготовка к соревнованиям, нужно понимать, что это строгая диета на протяжении всей подготовки. Но есть такое понятие, конечно, cheat meal. Это запрещенный прием пищи, можно сказать, но его нужно делать уже, когда ты как бы в сухой форме и раз в месяц. Ну, то есть питание очень строгое. Я подсчитываю все калории свои, белки, жиры, углеводы в программе. Ну, то есть у меня нету такого, что я там что-то съела, не посчитала. Потому что, ну, это уже серьезный спорт, и к этому нужно серьезно относиться. Вот мы зараз бачимо ваши фотографии. Це звідки? Чемпионат мира. Ага. Это мой муж. Это сравнение. Класс. Це таке... Это Польша. Это мой первое место, первое место на международных соревнованиях.
круто. А як люди щось говорять, компліменти, якщо на пляж виходить, наприклад? Зачіпають, кажуть, вау! Чи соромляться і отак просто відвертаються і йдуть в зал? Честно, даже вот в этом году еще не дошла на пляж. В прошлом году тоже все было в подготовке, и я даже не была на пляже, если честно. Ви не єдина, в принципе, тому, але до цього, можливо, раніше якось реагують люди. Ну, часто подходят люди в залі, говорят, вау, как красиво, там, да, делают, в принципе, комплименты, да. Ну, я уже привыкла. Говорю, спасибо. Угу. О, я все круто, я вже звикла до компліментів, це і так добре. А тренування скільки разів на тиждень у вас відбувається? Якщо не режим підготовки, а просто от ви підтримуєте свою форму. Ну, все равно где-то 3-4 раза в неделю я занимаюсь. То есть я уже так привыкла, и даже день без тренировки мне уже все равно как-то хочется идти тренироваться. Просто это насколько уже стало режимом жизни, но спорт дает мне как-то энергию, потом на весь день, и я уже знаю, что как бы у меня есть чувство выполненного долга, там я молодец, все сделала. Ну, вот так. Як взагалі розпочати і що краще порадити нашим глядачам? Краще займатися з тренером чи, можливо, і самому там по відеороликам на ютубі можна зробити своє тіло? Знаете, судя по тому, что я каждый день вижу в спортзале, честно, у меня болит душа, потому что, ну, мне просто жалко людей, которые гробят там свою спину, свои колени. Я считаю, что все равно, ну, хотя бы первые 5-10 занятий нужно взять тренера, ну, не пожалеть денег, и желательно грамотного тренера, который расскажет про правильную технику. Просто, я не знаю, люди куда-то бежат, делают там 100-500 подходов в минуту, то есть надо, ну, именно цель бодибилдинга – прочувствовать целевые мышцы и обдуманно как бы осуществлять тренинг. То есть это все надо делать медленно, с умом и без там рывков, которые я вижу, ну просто в зале, ну, ну честно, да, лучше не пожалеть и взять тренера, чем потом ходить и говорить, ой, я не могу заниматься, потому что у меня болят колени. Угу. А ще на змаганні, якщо вже поїдете на змагання, що маєте показати, що маєте продемонструвати, як це все відбувається? Ну, конкретно моя категория фитнес-бикини, здесь очень, это, можно сказать, как бы спорт с элементами конкурса красоты. То есть ты можешь там подкачаться в зале, у тебя будет красивая фигура, но очень главным элементом является позирование. То есть вот в позировании все равно у каждого человека есть сильные и слабые стороны. Вот в позировании ты должен показать сильные и как бы максимально убрать слабые стороны. И самое главное – это показать свои пропорции. То есть бодибилдинг – это вообще спорт пропорций. А скільки взагалі суддів оцінює вашу форму? Где-то 9 суддів. 9 суддів, так? Да. Нічого собі. Так багато. Це ж кожен видивляється, щось там, що не так. Конечно, конечно. И это все нужно делать очень быстро, потому что тоже есть там, допустим, полуфиналы, финалы. Это может быть 30 девочек на сцене. Это нужно все очень быстро смотреть. Как бы я в этом году тоже сидела в дубле. Чесно, я ніколи не думала, що це так складно. Ну, то есть, очень сложно, сложна робота. Сукню ви не надягаєте, ніяких більше речей. Має бути гарно продивлятися, мають м'язи, я так розумію, так? Більше нічого. Платье одягають в категорії фіт-модель, у них там два раунди, или три, я не помню, в платье, в здільному купальнику, а фітнес-бікіні – це іменно роздільний купальник, да, без платья. Щоб точно вже все роздивилися, ці 9 суддів, так? Так, так. А хто підбирає купальник? Можливо, ви з кимось обираєте разом, ви шиєте на замовлення чи десь купуєте? Як це у вас? Підготовка щось такого. І по-дівчачому, так би мовити. Ну, то есть, есть два варианта. То есть, можно отшить купальник с нуля по своим меркам, можно купить, допустим, купальник, который уже носили выступающие девочки. То есть, ну, он его там 1-2 раза на сцену одевали, в принципе, в идеальном состоянии. То есть, ну, пошить купальник с нуля, в принципе, может быть и 15-20 тысяч, потому что камни Сваровски очень дорого стоят. А это обовязково? Конечно, обязательно. А не рассказывать-то, потому что тут еще выявляются нюансы. Очень, да, купальник – это как бы очень дорогая часть и очень важная. Потому что правильный купальник играет важную роль. Он может подчеркнуть пропорцию, также он может убить пропорцию. То есть нужно шить обязательно в грамотной швеи, которая уже не один год шьет и понимает эти пропорции. Ну или же можно купить у выступающей девочки, очень много продают свои купальники, допустим, ну по каким-то причинам, да, там завершают карьеру или просто хотят новый цвет. Вот свои купальники я купила у выступающей спортсменки. Ну, то все нормально. Мы уже разговаривали, вы казали, что с двух этапов складывается взагалі выступ ваш. Вот как готовитесь до этих этапов, чтобы продемонстрировать все? Сколько часу вы тратите?
Ну, вообще, конечно, нужно хотя бы полчаса в день определять позирование. Потому что, опять же, можно сделать классную форму, но ты все равно позируешь как бы на зеркало, да? То есть я советую девочкам никогда не позировать на зеркало, включать телефон, снимать себя и смотреть. Потому что на сцене не будет зеркал, то есть, а потом все это видно на фотографии, в перекосы, все это. То есть нужно очень много репетировать. Ну, то есть позирование – это 70% успеха, если не больше. Угу. И купальник тоже выявляется, можно говорить. Очень-очень, да. Потому что тоже есть правила федерации, какой должен пошив, какие должны быть босоножки, то есть очень много нюансов. Ми там почали про тренування. Ні, тренування – це таке, купальник головне. Нічого собі. Ну що ж, бачите, шановні глядачі, потрібно не боятися починати і всього можна досягти. Важливо лише бажання і робити це з розумом. Ну так, і взагалі кожен може розпочати, як вже сказала наша гостя, що хоча б перші заняття, але візьміть тренера, щоб не зламати все, що у вас там поки що ціле. Анастасія Добросол була у нас у студії. Дякуємо, що ви до нас завітали.